Амазона. А, Амазона SPDI. течение месяца верну. Да, окей. Сколько? 5-10% годовых. Ноль, ноль, блядь. Ну, бля, там только под кредит дается. В рассрочку, ёп. 5% годовых. 0,2 в день на самом деле норм, я тоже считаю. От основного дома. Блять, собрались тут банкиры. Да нахуй, дай, пожалуйста, нормальную каску. Еще одно слово про каску, я тебя замочу нахуй. Была это. Дай благословение там... более крутое. Ребят, дай там сейчас дорога спрашивает. Я вижу, да. А свитки на стамину есть, крестовские? Да, есть. А, уже дали. А, кстати, у меня зелькин СПД-то есть? Да и, да. Пожалуйста, реально, Саш, по магам каску. Нам толку от этого креста. А каска же 8%-ная. Можно. По ДКшникам. По ДКшникам тоже давай каску. Вар на АП крит. У нас же вар есть. У вара прокачано? Клик прокачан? Варом са должен быть. Угу. Да даже, если не прокачан, 2% от каски нормально лучше будет. Лучше 2% меньше на каске. Угу, угу. Ну ладно, давай себе каску, тогда ладно, подключи. Все, все готовы. Так, а пристабав. Далее. Крика на АП нету. А, на хп дали. Не надо на хп, нам, да? Может, для этого каски сделал. Он так и будет спавниться, да? Да, надо дальше. Да сразу ты не... Крона, ну, торопись. У тебя же под этот есть? О, ман, смотри, кого ты бьешь. Тем более, наверное, все у тебя гроу быстрее копится, чем на флорике. Коконы ломаем. Да там бес в коконе. Не, мне пока он быстро двигался. Я видел как беса. О, когда притворяешься мертвым, он просто. Которая прокатилась бы по этому миру и перевернула страницу истории. Но тебе уже не суждено. Нам надо сделать так, чтобы сегодня успели лича закрыть. Том, ой, ты же сказал, в понедельник придешь, да? Давай целка, хотя бы на 8 боссов проведем. Спасибо, бро. Ты имеешь ты что в понедельник? 25-ку? Да, целка. Да, можно, конечно. 8 боссов хотя бы.
Ты же ШМ будешь собирать на АДК? Ой, ну как тебе сказать, я ШМ на него собираю лет через несколько, когда, ну как бы я через танка играю, ДД у меня не собран, так что я не вижу смысла мне ШМ собирать, надо же курику какому-то собрать, или арпсу. Можно было АДК еще кому-то собрать, как раз сейчас сильно. Ну так-то да, если ты 4 это повыбивать. А вообще паладина оправдана собирать? Ну да. Это не будет жирно. Если там кто у нас первый бренд себя соберет, потом шаем. Ну больше всего профита вары получают. Любой вар, вне зависимости, да? Ара смотрит. Ну да. Да там такая разница, там да и палы тоже, да все заебись, и палом, и ДК. Учитывая сейчас реворки, которые сделали Т4, наверное, всем заебись, всем трем. То, что дома. Так еще и реворк прописал. И рыбу поставь и прописывай. Там все фласки есть, так. Сразу тогда после своей ротации Серафим Воскол настакать, чтоб петь. И поддерживаем. Если это он уже не есть. Ну, свою ротацию, когда дашь после башон там. Угу. Тело, конечно, простроить не будет, но чем быстрее раскол, тем лучше. Я могу Кирус... с самого начала раскол дать и потом начать. Ну, можно и так. Кирус тогда волшебный огонь вкинешь с пула, тоже 5%. Сейчас, сейчас. Черево пропишу. Че, мне панельку его? Оно в дереве, я смогу закинуть? Кирзается, да. Оно во всех кирзается. Сейчас тогда я вынесу на панельку. Тут в дереве у меня не стоит. Я в дереве не стоит? Да. Опасные слова ты рассказываешь. Вот это дверь. Подожди. А не, я не могу в дереве. Мне ну, надо сначала на теле зайти, да, и потом навесить, и потом... Ладно, короче, понял. Так и всё? Только да. Этим время тратить. Так ну, нет, там же у тебя две лапы, которые в зайца форме, и которые без формы, по сути. За. Добавим, да? Всё, припоты готовы. А я навешаю в дерево, короче. Я хаспутов не купил, наверное. ГБ есть, можешь все на жопу поставить. Навесь. Ты падал. Ушел за хуйня. Не думал, что даже до дня, когда ты первый. Ему всю паладину починили. Они починили бафтами. День, когда танку будет первый. А то смеялись, смеялись, и где вы теперь? Заспаем быстрее вставайте, сейчас еще если на шип не успеете сломать. Так, лук выпадет? Как думаешь? Или я так и буду с этой пушкой?
Ну, фиг знает. Но мне кажется, оно раз через раз будет. Смотрим, может выпадет. Меч двуручный. Сейчас нужен тебе меч? Да. Мне кажется, он бесполезен будет. Ну, для войдак, кстати, неплохой, только один сокет. Да. Для воина он бесполезен, этот меч. Лёха, тебе он что, улучшит твоего? Он же тем более двуручный. Нет, если он кому-то нужен, я его отдам, типа я просто так по фану свалю. Давай без фана. Фантазер, что? Так все равно он никому не нужен, я как понял вообще. Какая разница? Ну, так, если не нужен, ребят, не распылить, а отказаться делается. Чтоб таких ситуаций не было, не надо распылить. Потом распылиться все равно. Этого босса фаери попью. Мистер Андрата. Это я не вару, говорю, он же Армс. Да, Армс. Лёха. На ребре. Глаза заняты на рекаунт смотрит. Керус, на тебе. Ты не видишь? Видимо, я тоже на рекаунт. Да ебать, фупай, эти рекаунт дрочим, что делать? Да не, на хилбот, на льку, ой, хилбот, на воду смотри, не заметил, центр. За воду по центру экрана поставит, на хиле. Ну поставь, так и надо делать. Лёха, скажи, что Серафима упал уже, да? Да. Да мы будем руки ставить пока. Ой-ой-ой. Теперь я там упал. Хилер. Это нам кто-то с дебафом шелестит или что? А вторую группу ты решил не сидеть, да? Ну, Саша, выкинь нахрен с панели эту парашу. Да, хуй вы. Ага. Ну, видишь, ладно, как она, блин, как она захиливает? Женек, будешь играть за Эрдру? Рыбу ставь, тебе сказать. А. За РД, кстати, за РД. По КД следи за криком на того, что у меня вон нету крика. Лёха, отойди. Фрейм же починили. Нет. Нет, не починили. У ДК не починили фрейм. Делай бладу. Серафим, крик на, пожалуйста. Есть крик на. У меня нет его. Не, у меня тоже нет. А, видимо, до вас не достало. Серафим, обнови крик. Он с пула написал. Окей, окей. У него раги, видимо, нет. Окей. Что там? Че, в центре тут будем стоять?
190 тут. Да, в центре здесь станем, куда вы пошли, не надо будет за... А, было... кстати, я квест там забыл взять вначале. Надо будет сбегать. Припод, видите, сразу? 5, 4. Хорошо, что ты сейчас понял, а не у великана. Да. Фанатик какой-то лифт спас. Опять рекаунт сломался, меня это уже бесит начинает. Отлично. Могу 10 секунд сразу, милики, можете бежать уже сейчас. Это щит 8%. Фанатика первым убить. Отлично. Все, как раз уже перевели почти. На пол, кстати, нет у меня сейчас. Косты сбивают. Там... Ледяной этот. Ауру тогда поставь. Кстати, я этот геру только себе дал. У остальных типа 2 минуты еще тогда. Это так. Смотрите за призраком, за кем-то идет. Эком. Шепчущий упадет? Но он мой. Мне на карте нужен. В смысле твой? Я уже 6 недель назад еще забился на него, так что все. Я не видел твою запись в рейде. Ты не был ГМом. Вроде были в курсе. Ну что? Ну все. Ты знаешь, что с сменой власти меняется. Успокойся. Хорошо. Сролим, что ли? Ты все будет на карте. О, лук. Лук. А, охуеть. Ну, так, давайте через портал, не надо, так, сейчас я аспект включу. Я так поднимусь. Бля, я что-то хотел сказать, забыл, что хотел сказать. Бывает. Нет, я хотел за квестом сходить. А, иди сейчас сходи, потому что сейчас будет уже близко. Нет, туда ты. Вот квест слева. У этого челикс. Ой, сейчас аспект включу. Автос разберите. Ага, двигал слошары. Так в смысле, так это перебежки, забей, нормально, ДПС, норм, все. Чем бежать будем? Чистить? Да, пробежим, зачем нам? Не, зачем? Время нет. Бежали. А там уже бьют, или нет? Там бьют уже? Или нет? Нет, не бьют. Так, сейчас этого дракона просто уведем подальше. Ну, так хуя хочешь. Без завид, конечно. Даже... У меня даже мой вас такой не выдает. Пиздим. Хотя, может, выдаст мастерки столько. Там расколы будут. А, там два дракона. А я только одного выдумал. Второй за компанию.
Ну да, все понял, все. Палатку, да. Бля. Че, опять через палатку играл? Значит. Все в палатку зайдет. Леха в палатку зайдет. А, че? Доступник ушел. Опа. Там пацаны идут. Меня убил. И Киртова тоже. Меня чума убил. Тут ты подальше, дальше далеко от всех стоял. Нет, я стоял в толпе. Меня еще. Не, меня не только чума, меня еще на меня дыхнуло. У меня раз, 4К, 2, 4К, 3, 4К, 5. Че, вы прибежите или что? Да это чума, надо просто пройти к нему. Я стоял в палатке. Не знаю. Че, вы прибежите? Она запустит во время боя. Ну это же не босс. Ну попробуйте. Че, пускают? Ну бегите сюда, портуйтесь. Ты главное, чтобы не залагало. С шаманом рядом стойте, чума, чтоб передавалось. Все, наоборот, куда к нам, наоборот, куда к ты нам, бежишь? Да, надо со всеми стоять. Я тоже мобов убили, куда мы прибежим. Давай, захиль себя только. Так вы на манту можете, садитесь на манту. Бегите сюда, иначе вы этот... Не залутаете сейчас, класс. Лёха, ты на мант? Чё, весь трэш сюда несёс? Хз. Да, не несу. А, захиливаюсь. А третий хил есть? По идее есть. Только полипал, да? Может спрятать просто. Опять меня, блядь, дыхание сбрило. Все засчитаем. Тут просто посильнее охотать надо на этом великане. Да не, у меня хп просто мало. Да, да, зачитал. И сразу пошел квест. Лёха, потом ставишь квест. Сорский инвентарь. Жумба. О! Мне пояс выпал. Ах, ну. Нормально. Плюс пояс. Блин, я не хочу. Кожаный. Нафига он, кстати, лучше, чем мой. Ну, наверное, 1020. Говори цену, а я откуда знаю, я не знаю цену. Кто не может тэпнуться, выйдите из подземелья и зайдите обратно. Высыпь, да. Ты, ну я не знаю. Офигенно. Ты будешь носить? Нет, продам. Я могу за ОД купить. Пояс.
Мысли на пушке, кто будет на бомб бить? Тем более в РДД. Туда полетите. Залутайте эти. Да, на пушке все. Как же в соло похилит. Нет, не похилит. Ты тоже будешь хилить. Сегодня же этот ты шаман сажал. Книжки здесь пушку. Будут, а РДД туда летать будут, и все. Так. На пушках, ладно, пусть будет быстро двигался. Ну и что, Путин сядет. У него долго разгоняться надо, чтобы колдун не быть. И пусть сядет Серафим или Танку кто-нибудь из вас. Дайте ролл. Все, тогда там Куб будет сидеть. Серафим и Ангратар будут здесь бить мобов на корабле. Давайте, все взяли у этого гоблина. Пробафайтесь, полетели. Да, ты на нашем корабле будешь оставаться. И бить мобов. Что? Да ебали. Куда полетел, чё? Чего? Придум. Лёха отошёл. А кто на корабле летит? Блять, похуй без легких, все равно ничего не делает. На корабль летите все. Слушай, я тоже постану. Искрай тут хилит. СС повесь на Керуса. Вдруг что с ним случится? Да, ракета ржачная. А как они переделаны? Сбоку. Ну ты ко мне подойди, посмотри, как они у меня. Дерево вообще пиздец. Да. Оно вот воткнули в спину, нахуй, из живота торчат. Смотрите, здесь подвальная эта хуйня, лучше убегать ее лишний раз. Заморозка, готовься, полетели. Молодец, я слышал. Этих отжиников убейте, потом будете. Можете оставаться. Он не накапливает стаки? Накапливает. Окей. Если сильно начнёт убивать скаш, мы убить их потом. Вот специально эти звуки издаешь. Да, чтобы тебя повесить. А вот охлопнули, братан. Только одних убьешь, другие появляются сразу. Yeah. Удар герой зайца, когда у тебя просто удается. Вормса. Танку, это, нажми каплю для жертвенности по мне и бабл по себе. Огонь!
Сколько там ему уже на стапку? Может он улетит потом? Да не, уже до конца. Хилы сейчас это, по верхинке прям. Без остановки. Давайте пушки быстрее. Остался 98, все нормально. Все открываю? Ну, все тут, по сути. Общий. Чуть упало. Опять сейчас западно. Западно. Каски тут. Тут труба вообще упадет, я ее только два раза видел. Да, она падала. Щит на лов. Вару или там? У меня вон труба. У тебя тоже труба? Ага. Что тут, кстати, эконом соло может подамажить? Да, кстати, эконом подамажить. Соло похилишь? Ого, амитрин. Сука. Окей, спекайся как раз, я запустил одну минуту. Сразу туда Серафим 5 стаков, Сандра. Все. Это у кого там меч с первого босса? У Ангратара. Дашь? Лё... То может пригодиться, надо будет на меткость одеть тут. Да, да, я жду, там как раз на ГДК нормально с меткостью. Войду, войду. Да. Там побольше меткости, прям хорошо. Я расплываю на поле сразу. Плюю по Керусу. Крик на ап нужен совершенно. Сможешь прямо сейчас дать? Двигался, отойди в рейнджер. Окей. Почти 9к апа. Да, у меня жесткий недокап апал. С этим пальцем. У тебя? Да. А тебе сколько апа нужно? А что тебе не хватит? У меня обычно 8500, а сейчас у меня почему-то 7800, блядь. Может, твои фласки не выпил какие-то? Да все выпил уже. У нас без апа есть. Просто без кулака, видимо. Да, кулака нет. Моба заливайте. Долго падают моба. Керус. Что? Это выключи неистовство на паладине. Сорян.
Все. Быстро убили. Вот ты последний среди львов, можно сказать. Ну это проходной ДПС для этого, для заломана. Где 90 тысяч, 100 тысяч. Ну там я сорял чела, увидел. Они там 4 боссов прошли, и там 2-3 челов было только 10к. У остальных даже 10к не было. Да, не там проходит все. Там вопрос весь в сундуках стоит, типа, если на время. Ну. На время просто большой ДПС нужен, да. Ну там же взломан весь только на сундуке и нужен, по сути. Хотя там трени есть, конечно, сундуках, да. Хорошие есть трени. И на Хилая, на этого кастера тоже есть. Я не знаю, кольчугу без понтовая. Если я кон тебе наверное. Нет. Только зашел на него. Получается. Да я только зашел, меня сразу убило, я даже не успел вперед прийти. Неожиданно, конечно. Подождите. У нас случайно органов нет? Там собаки нужны. Откуда у нас органы? Оркисты. Все возьмут. Значит, нарожденные они энергию еще дают, да? А, сверху. Денек. Значит, нарожденные. Да. А, ну 5% всего в, это в рейд они дают. Ну, в группе, что стоящий. Крип на крип. Дайте. Дай каску, пожалуйста. Ну, у меня превращение забей. А ща мы трэш. А, не стоит, кроме тебя нет. Следовательно, бейте. Одного у него случился. Да, там следователь чума. Они превращают, а нам потом поводим и дисплеем некому. Мой следователь помог. Все золото. Да, тут. Ленточку. О, пушечка. Гибан. Ну это недорогая, все роль свои. Нормально. Нормально, там какие-то. Ладно. Че же я как дома? Ленточку. Мне кажется, ни хрена. Один раз. Один раз увидели и все. Ну, мне кажется, ты... вонючка тебе больнее бить начал с волка. Ну, а нет. И вы слаб. Такие деревья. А че я-то сразу? Потому что я видел, что все уже на фул, блядь, и я единственный, нет. Так нам наравне. Наравне, нет, ты не сравнивай. Не, я сравниваю сейчас с экономом. Про вонючку. Видел Йона где-то. Но... Не говори, что я лучше него. А он, конечно, у него там стаж на Иршаме. Надо было думать.
Ой-ой-ой, блядь, заговорил. Ретрик мог флешкой моментально спасти, конечно. Ну, я не стал этого делать. Вот, Ретрик. Он не умеет. Бесполезно, Ретрик. Себя там, тебя-то не спасет флешкой. Дерево гонит, главное, а. У меня не было прока. Че-то силы не дал, а? Прока не было, да. Да, Иннер. Нету Иннера. Мне самому отпиться надо, ты там сдох, не отпился. Загрит. Это убить? А чё, он во сне? Даже когда вы его убьёте? Угу. А ты уверишь себя? Кто? Да забей. Никто. Yes. Хотят говорить. Не, ну СВБ как-то быстрее рейд поднимается. Что? Че? СВБ как-то быстрее рейд поднимается. О, это его бы. Не быстрее одевает. Он абсорбит. Из-за этого меньше урона по рейду. А экон захиливает. Ну как бы да. Почему ты абсорбит не мог? Ну дай мне волонир, блядь. Буду тебя абсорбить. С Волониром не сравнивается. Потом он будет говорить, а дай мне посох Джайны. Да-да. Ну и так и будет. Не, на самом деле посох говно. Я же сказал, не упадет. Я пойду края загрю. Ага, ловить. Полушку поставлю. Попередаю. Ой, еще, бля. Мне стан развалился. Кайтим, покайтим, пока. Творится мертвым, к сожалению, АКД. Исследователь там сидит еще, блядь, превращает полчаса каждого. Кто сапнул там? Покаяние. Слизне танч. Ты слизне танчишь? Нормально. Я был далеко, не мог. Был занят. Вот паладин, второй дом раз не помогает. Кто щиток не дал? Кто не сдиспейл? А куда мы, направо с первого пойдем? Ну давайте направо. Пацаны налево не ходят. Окей. Провоки, так сказать. Ну да, конечно, отходи. У нас же времени много. Ты хоть он спрашивает, Лёха, нахуй. До свидания. А, чё, ну я пошёл, да? Чё, рыбу? Ты можешь его рыбки подержать? А, ну там Серафима пока. Сейчас он придёт и рыбу поставит. А то рыба пропадёт. Или у него есть баф рыбы? Он же не умирал? Нет. Он умирал, умирал. Тогда подожду. Он так же, как и ты, не прошёл через стену. Подставили там ловушку. Мне 3000 стрел хватит до конца рейда? Там что-то Сирус написал, надо посмотреть. Да что, куда? Нет, не хватит. Хантов изменили, походу. Ревор хантов зависит. Делитесь своим мнением в теме. Посвящается брикету 1-1. Они вот знают, да, что в напряжении реворка все ждут. И специально каждую хуйню какую-то... Арена 1-1. Делитесь изменения в теме. Игрокам видов и баф у глаза. Очень интересно. Ну, кто у нас не в дискорде? Вот добавили бы они там, блядь. Двигался, как всегда, сука. Добавили бы они тему отдельно. У него, наверное, кричат на фоне. Мне нужно знать. Кричат на форме? Ой, на форме. Он, наверное, зайдет в Сендре. Или по профу зайдет. 3000 стрел не хватит, да? Можешь мне сейчас только полететь, купить? Я могу своего хонта... А, долго будет лететь. 3000, может, и хватит. Ой, ну, я потом пушку сменю, нет. Ой, я ГБ закинул, все, стрелы. А, кстати, ГОП, это, я как раз посмотрю, сколько этот поезд стоит на ауке.
Шкаф там. Да, блядь, вы все теперь съебаться хотите? Он лишь бы повод дать. Все, сидите здесь сейчас. Ну, поезд прикольный, намного.